Что же касается душенька Феодора Ивановна, да их не еды, то я тебе прямо в глаза скажу, что гадости не стану есть. Мне лягушку... хоть сахаром облепи, не возьму ее в рот. И устриц тоже не возьму. Же я знаю, на что устрица похожа. Ты, Михаил Семенович, за столом. Ну, это как всегда скажешь. Но. Вот, возьмите барана. Бараний бок с кашей. Ведь это все немцы да французы выдумали. Диету лечить голодом. Я бы повесил за это. Что у них немецкая жидкокосная натура. Как они воображают, что и с русским желудком сладь. Нет. Это все не то. Это все